श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गिरिधर श्री सद्गुरु गुरु भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। Сегодня какой-то день есть? Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гирадхара Шри Васади Гуру Бхактивинода. Ну что, друзья, живем в интересное время. И, не знаю, последние два месяца моей жизни просто прекрасные, потому что моя самоизоляция настолько пошла мне на пользу, что улучшилось здоровье, пищеварение, стул, все буквально. Но главное, что улучшилось сознание Кришны в том смысле, что, знаете, как бы, ну вот ты находишься в каком-то таком потоке, и не хватает время во что-то углубиться, ну, потому что служение, какие-то движения, мероприятия. А когда ты сидишь на одном месте и можешь потихоньку долбить, там, читать какое-то писание священное, то оно как бы, ну, заходит. И заходит хорошо, потому что всегда ложится контент на наше сердце, то есть настолько, насколько наше сердце готово что-то принять, это открывается. Поэтому в сознании Кришны мы должны регулярно пересматривать духовный контент, потому что мы помним о том, что смотрю в книгу, вижу не фигу, а вижу то, что вот сегодня могу увидеть. Да, и когда мы растем духовно, мы начинаем видеть более тонкие, более такие интересные нюансы. И в нашем, как бы, сознании начинают, ну, проясняться какие-то гиперсвязи. Да? Вообще все сознание Кришны, оно связано. И все герои всех священных писаний, они связаны вечными связями. Да? То есть они не случайно там встретились, не случайно познакомились. Например, тот же там, мы говорили, Мадхва-ачарья, в одной жизни он Бима, в другой жизни он Ханумана, в другой жизни он Мурари Гупта. И когда Махапрабху ему говорит: «Мурари, ты очень дорог мне, ну что ты не повторяешь Хари Кришна?» А он говорит: «Я вот пытаюсь говорить Хари Кришна, а у меня вот из моего сердца исходит Рам, 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 Рам». И Мурари улыбается и говорит: «Ну, конечно», и Махапрабху улыбается и говорит: «Конечно, ты же Хануман, что ты еще можешь кроме Рам, Рам говорить, да?» То есть, с одной стороны, а с другой стороны сказано, что Мурари Гупта написал удивительный санскритский комментарий на Гоура Лилу, который лег в основу книги «Читание Мангала». И Мурари Гупта, поскольку он Мадхва-ачарья, а Хануман отличался тем, что он был удивительно красноречивой личностью. Да? Первое, что когда Рам с Лакшманом познакомились с Хануманом, они подумали: вроде он ванар, но ванар — это типа обезьяна, да, такое обезьяноподобное существо. Но посмотри, как он складно и прекрасно говорит, и как он элегантно себя ведет. То есть Хануман, который обладает высшей этикой, высшей, так сказать, способностью, ну, как бы, общения и... При этом он как бы, да, вот, как бы ванар, да, то есть, ну, некое, скажем так, мало цивилизованное существо, скажем так, да, то есть дикий лесной народ. И при этом он обладает всеми качествами оратора, поэта и всего прочего, да. И позже, когда он становится Мадхва-ачарьей, он как бы ест очень много. Сказано, что Мадхва и Бима, они ели очень много, да, Бима был поваром, он очень любил есть, и даже когда его братья во главе Шакуни и Дурьоданы пытались его там отравить ядом Каликута, который не город Калькута, а яд Каликута, это яд Кали, из которого появился сам Кали, это во время пахтания Вселенского океана, и Дурьодана, Шакуни, они вымутили этот яд у Шукрачари, Шукрачари — это гуру демонов, и они как бы, ну, провели
поклонение Шукре, и поскольку Шукра демоническая личность в какой-то степени, да, то есть он возвышенная, но гуру демонов. Как-то они там смогли уговорить Шукру, типа, дай нам немножко ядику, там, типа, надо для наших дел, темных делишек. И Шукра им как-то там, за то, что они по его эго ложному проехались несколько раз, он выделил этот яд. Ну, они решили отравить Биму, потому что думали, ну, силач Бима такой самый сильный среди братьев пандавов. Вот если мы от него избавимся, то в будущем точно сопротивление пандавов нам как бы не поможет. Но Бима, что он сделал? Он ему предупредил юйцев и сказал, мои братья хотят тебя уничтожить, они хотят тебя отравить, они будут тебя кормить отравленной пищей. И, естественно, братья сказали, надо наготовить самой-самой вкусной пищи, потому что Бима очень любит есть, он обжора, волчье брюхо. Но мы в эти пирожки вставим там типа яд. Но Бима был настолько очарован пирожками, что он все съел и не умер от яда. И когда все удивлялись, почему он не умер от яда, что произошло с ним? Да потому что он Вайо, а Вайо, когда яд Каликута оказался, то все были в шоке и попросили Шиву выпить. Но Шива, когда хлебнул этого яду, он чуть не умер сам, у него появилось еще к тому же там упал без сознания. Но Писание говорит, что Вайо выпил этот яд, даже не поморщившись. То есть Вайо обладал способностью переварить все, что угодно. Почему? Вайо величайший из преданных. И он всегда, как бы, поскольку он величайший из преданных, он всегда сопутствует Господу, да, во всех его проявлениях. А вокруг него разные Вайо. Вайо не один, у него много разных там. За каждый Вайо отвечают. Есть 5 главных Вайо, 5 второстепенных. Есть еще Маруты, которые отвечают за ветра. То есть Вайо – это целая своя иерархия вселенская. Да? Но самый главный Вайо, он как жизненный воздух пребывает в каждом живом существе. Почему мы говорим пранаяма? Да? Жизненный воздух – это то, что важно для жизни. И у нас есть 5 главных пран. Там прана, удана, самана, витана, апана и так далее, которые связаны с нашим, так сказать, телом, с нашими чакрами. Да? И вот удана прана – это то, что находится здесь, в районе сердца. Да? И вот когда мы умираем, удана прана переносит душу. То есть Вайо, он сопровождает душу. Вот. И он обладает невероятной силой переварить все, что угодно в этом мире. Поэтому Бима был величайшим воином, величайшей силы. Но его пытались отравить даже ядом Каликута, и не смогли его отравить этим ужасным ядом, потому что он, как Вайо, мог это испытать. Но у него была определенная, как бы, привязанность к еде. Как Мадхвачари, когда он явился как Мадхвачари, он стал есть очень много еды. Ну вот, и был так же невероятной силой. Гуру Махарадж в одной из лекций рассказывает, что где-то в Южной Индии огромный камень лежит, и там написано, что Мадхвачарья взял этот камень, поднял и передвинул одной рукой. А когда Мадхвачарья путешествовал в Гималайи, то он сказал своим ученикам, подождите меня здесь, а я сейчас там типа отправлюсь в Гималайи. Они были шокированы, они увидели, как Мадхвачарья прыгает, как обезьяна, как Хануман с одной горы на другую гору, и буквально там за считанные минуты достиг Бадринадашама. И там он встретился с Ведавьясой, а они уже встречались с Ведавьясой в прошлых жизнях. Но опять же, Ведавьяса предстал в облике старика Садху, которому Мадва ходил, ухаживал за ним. И Ведавьяса ему не показал, что я такой великий Ведавьяса. Он просто как старый Садху. И Мадва увидел, к этому старому Садху проникся уважение, они общались между собой. И в конце концов, после какого-то времени Мадхвачарья приснился, пришел во сне старый Садху и сказал, на самом деле я не старый Садху, я Ведавьяс, тот, кого ты искал. И мы с тобой обсуждали Бхагавадгиту, ты вот эти комментарии напиши, пожалуйста, то, что мы с тобой обсуждали, это очень важно для людей Кали-юги. И Мадва получил такую, как бы, задачу. Но в следующей жизни он родился как Мурари Гупта, гуру Лили. И он был близким спутником Господа. Но помните, да, что Мадва, он в своей, как бы, линии связан с Даси-расой. То есть он, как бы, педалирует Даси-расу, как Хануман – это отец, король Даси-расы. А Махапрабху пришел в Мадхури-расе, у него немножко другой взгляд на бхакти изнутри. Да? То есть Даси-раса требует определенной дистанции, поэтому философия Мадхавы, она в определенной степени дистанцирована от каких-то соковенных реалий. А Махапрабху, Рупа Госвами, Санатана Госвами, все остальные – это гопи Манджари, то есть это Кришна, который пришел в духе Шримати Радхарани со своими спутниками, спутницами, вернее, да, главные это спутницы, просто они пришли в мужских телах, как бы.
Да, то есть, что еще раз показывает, что гопи, они способны на все. Да, когда нужно, они могут быть друзьями, когда нужно будет женами, когда нужно будет родителями, когда нужно, они могут быть гуру. И поэтому Рупа Санатана и все шесть госвами, и все близкие наперстницы Махапрабху, поскольку Махапрабху пришел как мужчина, и они тоже все пришли в мужских телах, то есть в телах гуру, по сути дела. Да? Но на самом деле в духовном мире они пребывают все в женских телах, ну, естественно, кроме Махапрабху, который Кришна, который испытывает любовь Радхарани. Вот. И Мурари Гупта написал сложный санскритский комментарий о том, кто такой Махапрабху, и Сарвабхаума Бхаттачарья – это Брихаспати, гуру полубогов. И сказал, что Брихаспати, придя в гору Лилу, был обращен только в вайшнавизм, новообращенный вайшнавизм. То есть Брихаспати, хоть он и гуру богов, находится на высочайшем плане, но такого соприкосновения с таким уровнем сознания Кришны у него не было. Ребята, это о чем говорит? О том, что гуру полубогов, он в шоке от сознания Кришны. А мы с вами уже во всем разобрались. Вы это хотите сказать? Это говорит о том, что мы с вами не просто не все разобрались, мы даже не можем представить, до какой степени мы удачливые души, и мы даже не можем представить, до какой степени мы с вами соприкоснулись с этим очень возвышенным сознанием Кришны. И отсюда возникает, конечно, вопрос, а что нам делать сейчас? Ну, ребят, мы все смертные, поэтому сознание Кришны – это вечный процесс. Да? Нам, может, еще придется миллионы жизней рождаться и умирать. И рождаться и умирать мы можем в разные времена. Мы как бы свое рождение и смерть сами не определяем. Да? Великие йоги могут это делать, но преданные, они во всем полагаются на Господа. И поэтому понимаю, что Господь наш друг, благожелатель, благоволитель, и когда мы будем готовы к более высшему сознанию Кришны, тогда мы к нему придем. И вот в этой связи сегодня слушал Шримад Бхагаватам, где рассказывалось о женах брахманов, которые сначала Кришна попросил пастушков, он сказал, там рядом с Вриндаваном, недалеко, ведические брахманы проводят жертвоприношения, а мы очень хотим есть. Вы сходите к ним и скажите им, что Кришна и Баларама вас прислали за пищей. Потому что раздача пищи, анна-дана называется, это самая высшая форма благотворительности. Поэтому вся суть любой яги – это удовлетворить Господа и раздать пищу. Поэтому идите же. И вроде бы как, по идее, эти радостные брахманы должны были обрадоваться, что Кришна с Баларама. Сказал, скажите именно Кришна и Баларама. Не только скажите Кришна, еще и Баларама. Потому что Баларама – изначальный гуру. А для брахманской культуры гуру – это очень важно. То есть, если к тебе придет Господь, ты можешь сказать, я не верю. А вот если к тебе придет Гурудев, тогда это другое дело уже. Поэтому Кришна сказал, Кришна и Баларама просят поесть. Но брахманы сказали, не-не, ребята, мы сейчас заняты вот только в конце жертвоприношения, мы раздадим какую-то пищу, сейчас вам не можем, мы заняты, идите. Вернувшись ни с чем, пастушки пожаловались Кришне, и он сказал, тогда идите к их женам. И жены Кришны радостно пришли, и они просили у Кришны остаться с ним навсегда. Даже одна жена, которую не пустили, она оставила свое тело. Но Кришна им сказал, он сказал, ребят, ну, поймите такую вещь. Чтобы получить сознание Кришны, не нужно тусоваться вместе со мной, слишком рядом. Наоборот, может быть, какое-то оскорбление совершено, да? Чтобы получить сознание Кришны, необходимо две вещи. Первое – это слушать и воспевать мою славу, а второе – это служить моим преданным. И вот то, что вы накормили моих преданных, Анна Дана, раздачу еды, это самое высшее. Теперь идите, возвращайтесь в свои дома, к своим мужьям. И всегда помните обо мне и повторяйте мое святое имя. И тогда вы придете ко мне. То есть, понимаете, ребята, даже те, кто непосредственно увидели Кришну, лично от Кришны получили такое наставление. Идите, тусуйтесь с кришнаитами и воспевайте святые имена Кришны. И тогда вы получите мою милость. А если вы будете просто рядом со мной, это вам ничего не даст. Вы еще не квалифицированы быть рядом со мной. Поэтому, друзья, если Кришна дал такое наставление женам ягика брахманов, как вы думаете, какое наставление нам? Да точно такое же. Идите, слушайте о Кришне, воспевайте славу Кришны, служите преданным Кришне. И когда-то, возможно, через миллионы жизней, когда ваше слушание, воспевание достигнет определенного уровня, тогда вы будете квалифицированы быть в мире Кришны. И даже там, тоже такой интересный момент, даже там, в мире Кришны, получив джанма гарба гопи,
с рождения в утробе гопи в одной вселенной, где Кришна являет свою лилу, как объясняют наши святые, даже там, пока ты не встретишь своих гуру, которые тебя за руку не приведут, с Кришной не познакомят, ты не будешь не готов. То есть не все гопи пускают на танец раса. Не все пастушки ходят с Кришной пасти коров. Вот такие вот дела. То есть даже в мире Кришны Санкиртана, единственное средство достижения Кришны, Голукера Премадхама Харинама Санкиртана. Гопи, обитатели Вриндавана, всегда думают о Кришне, поют песни о Кришне. А Кришна может тусоваться со своими друзьями где-то вообще отдельно. Они могут его даже не видеть. Но они знают, что он есть, они мечтают его увидеть. И когда их сердце стремится в разлуке, в любви к Кришне, тогда Кришна им себя являет. Поэтому Кришна Маудан Мохан, он является, он исчезает. Ну что, друзья, больше мне вам нечего сказать на сегодняшний день. Потому что сказано самое главное, самое возвышенное. Да? Поэтому воспевание имени Кришны, слушание о деяниях Кришны, поклонение Кришне, поклонение преданным. Ребят, не пытайтесь из преданных сделать материалистов. Не пытайтесь критиковать их как материалистов. У нас вот преданные такие, преданные сякие. Но они не должны быть бизнесменами, не должны быть они сантехниками, не должны быть они супер какими-то там строителями. Они должны быть преданными. У них должна быть преданность. Другие качества могут быть у них ущербные или неразвитые. Понимаете, да, мы не рассматриваем преданных там как по профессионализму или там по интеллекту. Это ошибочное суждение. Преданные – это те люди, у которых есть желание удовлетворить Господа и желание Ему служить. И простота сердца. Вот если мы найдем таких преданных, будем дружить им, помогать, служить им, то мы очень быстро достигнем Господа. У нас такие преданные есть, пожалуйста, вот, ну, пример такой, Хришикеш Махарадж, да, очень простой человек, без каких-то либо там понтов или каких-то там особых там претензий, ну вот, но он искренняя душа. И другие преданные, которые живут там в Украине, в Абхазии, в России, в Питере, в Москве, то есть таких преданных много, на самом деле, в нашей миссии, ну как много. Чамагапа Судрулаба, по пальцам руки можно пересчитать за эти годы, но они есть, я имею в виду, что они есть. В нашей миссии они есть. И мы очень-очень удачливы. Мы хотим, чтобы их было больше. И мы хотим, чтобы они выросли на Украине в нашей миссии, в нашей ятре. И да, будут испытания, друзья. Не все будет легко. Огонь, вода, медные трубы, испытания будут. Пройдешь испытания, значит, поднимешься выше. Не пройдешь испытания, ну, будешь ждать. Как говорится, на второй год или там, во второй класс. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Авейта Градхара Шива Сари Гуру Бхакти Вриндава. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так что, ребята, не пребываем в праздности. Самоизоляция не значит, что праздность. Мы должны изолировать себя от всего негативного, чтобы дать себе возможность занять себя всем очень позитивным, таким как слушание о славе Господа, воспевание Его славе. И даже пока мы не можем встречаться и ходить на программу, мы должны в сердце своем помнить о преданных, чтобы когда мы придем на программу, у нас была бурная радость вырвалась из сердца. Вот, поэтому я скучаю по всем вам, очень надеюсь вас увидеть. Вот даже вчера ночью проснулся в 12 часов, думаю, надо выйти на связь, потому что, ну, так некрасиво, что Махарадж не вышел на связь. Поэтому вы поддерживаете меня в духовной жизни. Большое вам спасибо и поклоны всем вашим стопам. И я надеюсь, что некоторые мои короткие такие слова, они тоже позволят поддерживать вас на духовном пути. Харе Кришна. А впереди много интересного, много трудностей, много приключений, много всего нового. Но я думаю, что, как помните, у Говардхана Лили, Кришна сказал, ребята, поклоняйтесь Говардхану, Индра, боги, это все как бы Говардхана спасет. Поэтому, друзья, мы же с вами поклоняльщики Гирираджи, у нас везде Гирираджи установлены. Неужели Господь Лучезарный нас не спасет? Конечно же, нас спасет. Харе Кришна, всего вам самого лучшего.